Уже чайного пакетика хватит на дольше, золотой чаши, Липтона или Гринфилда. Начнем наш эксперимент, заливаем, видите, наши чашечки. А вот результаты золотой чаши одного пакетика, Липтон, смотрите, он уже такой аромат теряет, а Гринфилд вообще испортился. Я уже не говорю, что золотая чаша может заварить еще целую банку дальше, а вот Липтон, ну все, эти чаи уже умерли. Я решил продолжить челлендж, вы только посмотрите на это, золотая чаша просто не заканчивается, она продолжает завариваться. Золотая чаша, это просто что-то невероятное. Да вы только посмотрите, что творит один чайный пакетик золотой чаши, я просто удивлен. Блин, я сегодня устрою чайную вечеринку. Пишите в комментариях, кто хочет, приглашает. У меня в квартире уже не осталось свободного места. Посмотрите, она продолжает заваривать. Это золотая чаша, целая банка. Этому городу нужен чай. Ну что, попробуем? Всем золотой чаши, бесплатно.